Гибрид GSS-5649. Супер сладкий тип, дозревание 73-75 дней. Уникальный гибрид, маленькое растение, порядка 180-190 сантиметров, которое можно выращивать абсолютно при любых условиях. Это очень пластичный гибрид, вырастает початок 23-24 сантиметра с диаметром 5,1-5,2. Среднего размера зерно. Очень классный медово-желтый цвет, зерно одинаковое, со всех сторон рядочки ровные, формирует порядка 20-22 рядов в растении при полной загрузке.